уважаемые ученики Покровской средней школы, поздравляю вас всех в этот хороший, теплый, солнечный день с Днем Знаний. Я понимаю, что с разным настроением вы сюда пришли, но основное настроение – это желание пообщаться со своими одноклассниками. И я очень хочу надеяться, что еще одна нотка присутствует в настроении – это все-таки познать что-то новое, чего еще вам не известно. Потому что то, чем вы занимаетесь сегодня, это очень важный и очень трудный, но очень нужный труд для вас, потому что вы закладываете фундамент своего завтрашнего дня. Поэтому всем вам хорошего настроения, родителям, учителям терпения. И все вместе, я уверен, что этот учебный год закончится исключительно с позитивом. С праздником вас всех! Со словами поздравления к вам обращается директор муниципального казенного учреждения Управления образования Октябрьского района Верикова Ирина Николаевна. Дорогие ребята, родители, уважаемые коллеги, сегодня, наверное, в этот ясный, солнечный день осенний. От ваших улыбок, от ваших цветов разрешите поздравить вас с Днем Знаний, с первым днем начала нового учебного года. Сегодня многие из вас сядут за школьные парты для получения новых знаний, для новых открытий. Я думаю, что все присутствующие здесь, независимо от возраста, очень волнуются. И этот день волнительный для любого жителя Октябрьского района. Для кого-то заливистый первый звонок навевает воспоминания школьных лет. Для кого-то он волнителен, потому что впервые зайдут в эти большие, светлые школьные двери для получения новых знаний. Это праздник не только ребят, не только педагогов, но это, наверное, всенародный праздник. Праздник важности образования сегодняшнего дня. И я от всей души желаю ребятам получать в этом новом учебном году только отличные отметки, пополнять свой огромный багаж теми знаниями, которые пригодятся вам в будущем. Желаю встретиться с новыми друзьями, проводить весело и легко перемены. И, конечно же, черпать огромной ложкой те знания, которые дают вам и несут вам ваши педагоги. Родителям терпения и гордости за своих детей. Преподавателям успехов, радости, которые будут нести вам ваши питомцы, ваши ученики. С праздником, дорогие друзья! Всего вам самого-самого доброго! Сегодня радостный и волнующий день для всех собравшихся здесь. Мы присутствуем на рождении нового учебного года. Но для пятиклассников и выпускников это особый год. Просим самых юных учеников, которые начнут долгое путешествие по стране знаний в нашей школе, выйти к нам на сцену. Слово вам, пятиклассники! Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами.
быть серьезнее, обещаю. Каждый день стремиться к знаниям, прилагаю все старания. На уроках не лениться, с увлечением учиться. И где бы я ни был, куда бы ни шел, каких бы я новых друзей не нашел. На речке и в поле, я помню о школе, я помню, что в 5-й я класс перешел. Каждый год звонок веселый собирает вместе нас. Здравствуй, осень, здравствуй, школа, здравствуй, наш любимый класс. Пусть нам лето жаль немного, мы грустить не будем зря. Здравствуй, к знаниям дорога, здравствуй, праздник сентября. Девчонки, в дорогу, мальчишки, по лесенке знаний шагайте смелей. Чудесные встречи и добрые книжки ступеньками будут на ней. Ах, как быстро несутся года, оглянуться они не успели. Не забыть им уже никогда эти дни, когда они повзрослели. Есть в нашей школе ученики, которые поднимаются в этом году на последнюю ступеньку школьной лестницы. Это 11-классники. И к радости, и к сожалению, ваша школьная юность продлится всего один год. Но не стоит огорчаться, ведь школа не только 11 лет учебной программы, это и дружба, и радость самостоятельных побед. Школа – это сама жизнь. И мы уверены, что последний школьный год будет для вас счастливым. 11-классники, из года в год мы радовались встрече с вами. Вы – гордость школы, вы – наша надежда. Просим вас подняться на сцену. Что, джентльмены, осень на дворе, птицы на юг собрались, а мы почему-то вернулись с юга. А не кажется ли вам, джентльмены, что мы очень похожи на перелетных птиц? Как далеко бы мы ни находились, а 1 сентября все в родное гнездо слетаемся. Джентльмены, позвольте заметить, насколько я разбираюсь в зоологии, птицами движет инстинкт, а нами что движет? Как это что, джентльмены? Вопрос, по-моему, риторический. Конечно же, любовь. Джентльмены, насколько мне известно, любовь приходит и уходит, а в школу хочется всегда. Джентльмены, я хотел сказать, что нами движет любовь к знаниям, науке, искусству, прекрасному, ко всему тому, чему мы учимся в родной школе. А что, джентльмены, у всех ли в порядке джентльменский набор? Что ты имеешь в виду? Белый шарф, начищенные туфли и невозмутимость? Что вы, джентльмены, я не об этом. Я говорю о портфеле, учебниках и ручке. И, конечно, о хорошем настроении, которое всегда бывает у настоящих джентльменов, если они встречают праздник первого звонка. Нам остается только обратиться к пятиклассникам и пожелать вам, ребята, удачи. А как же рассказ о школе? А что тут рассказывать? Школа у нас приличная. Обстановка доброжелательная. Отличная. Котлеты в столовой съедобные. Учителя высококвалифицированные. Добрые. Главное загнаться всем терпением, желанием отлично учиться и настроением. Вперед к высоким целям! К знаниям! А сейчас мы проверим, как пятиклассники подготовились к учебному году. Мы загадаем вам загадки. Внимание! Первая загадка. В чем девчонки и мальчишки носят в школу ручки, книжки? Чем, спрошу вас, между прочим, им удобно драться очень? Что за ручку можно брать? Ну, конечно же... Какой правильный ответ? Как вы думаете? Правильный ответ – портфель. Так, все слушаем внимательно. Сантиметры чем измерить, может в школе ученик. Трудно в это вам поверить, но ответ простой. Что это?
И финальная загадка. Интересный есть предмет. На него похожих нет. Небольшой и деревянный. В центре грифель яркий вставлен. Он давно не самозванец, потому что это... Да, это карандаш. Молодцы, ребята. Видно, что к школе вы готовы. Банально говорить, что годы пролетели, но все же это так, как ни крути. Мы здесь росли, взрослели, радость и невзгоды преодолели на своем пути. Еще нам целый год учиться, всего лишь год учиться в школе нам. Мы постараемся, как прежде, не лениться, и все экзамены нам будут по зубам. Учителям, администрации, работникам спасибо говорим и будем говорить. Они нас окружили все заботами, чтоб лучше мы могли учиться и творить. Родители, вы зря не беспокойтесь. Остался год, богатый на события. Ведь в нашей школе все устроится, и в жизнь свою отсюда мы начнем отплытие.